Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 186 на странице 136 учебника по русскому языку для 2 класса автора Климановой. Прочитайте письмо, что в нем надо изменить. Дорогая бабуля, пишет тебе твоя внучка Леночка. Я скоро заканчиваю 2 класс и очень хочу приехать к тебе в деревню на лето. Мы вместе будем ходить в лес. Я помогу тебе собирать грибы и ягоды. А потом я буду купаться в речке вместе с моими друзьями. До скорой встречи. В это письмо нужно добавить вопрос о жизни бабушки, спросить про ее дела. А затем должны быть слова прощания и подпись. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под